они не ходили там, не позировали на камеру. Просто это вот фильм, это был, ну, по большому счету, реклама этого закона. То есть, что плохого в том, что рекламируется закон, который может быть со временем более таким эффективным инструментом, как общество. По-моему, ничего плохого в этом нет. Ну, в последнем фильме, в последней части, там совсем другое. Когда она получает, она просила непосредственно Януковича. Ну, какая-то реклама закона. Ну, подождите. Я отвечу, но я же сказала, но если вы внимательно смотрели, первый шаг, который она сделала, это был информационный запрос. Потом существует еще один инструмент. То есть вы можете сделать обращение, и уже она стала пользоваться уже им. То есть в том-то и дело, что граждане получают ответ, а дальше они решают, что делать. Идти в суд, делать звернее, или, например, пойти по анархистскому пути, как пошли эти ветераны войны в Афганистане. То есть они у них просто совершенно такая анархистская ячейка. Они самоорганизовываются и помогают там друг другу выживать. Вот они решили строить казачью заставу, Мазанки, например. Но это тоже какой-то, я не знаю, выход. Это выход нормальный выход. Давайте, смотрите, выход. Слишком много негатива по поводу вас того, что общество не делает. Вы обижаете очень много людей, правда. Вот очень много людей, которые живут в нашей стране, рядом с вами, рядом со мной. Много наших коллег, которых здесь нет. На самом деле, люди, которые писали этот закон и пробивали, их даже здесь нет. И это люди, это украинцы, они граждане этой страны, они, возможно, ваши сверстники. И эти люди сделали это. Это не сделал Янукович, это не сделал Европа. Кто-то может что-то хотеть. Но эти люди взяли, написали закон, ходили к тем людям, с которыми неприятно общаться, и просили принять этот закон. И этот закон появился. Мы можем, конечно, говорить, знаете, мы все неправильные, и общество у нас неправильное, и фильм плохой, и все вообще-то не надо. Тоже нормальная позиция. Фильм хороший. Но куда мы дальше пойдем? Вот, давайте позитивнее. Но, общество, но этот закон стал из-за того, что активная часть общества захотела этот закон. Да, вот давайте, молодой человек. Вот, да. Добрый день, Попов Евгений, Институт политической информации, Одесса. Я, собственно, хотел поблагодарить за такой фильм, поскольку действительно в этом законе вот мы, в частности, получили очень хороший механизм для своих исследований. На сайте Госсовета нашего Одесского даже есть специальный раздел.